Здравствуйте, уважаемые друзья! Прогулки по Осетии, Алания, продолжаю свою рубрику и с удовольствием путешествую и знакомлю вас со своей маленькой и очень любимой родиной – Южная Осетия. Я сейчас располагаюсь в пару километрах, может быть, километрах четырех от города Цхинвал. Вот он внизу, хвостик, северная окраина города видна. Угадайте, где я нахожусь. Здесь живут такие фамилии, как Кочевы, Келихсаевы, Касабиевы, Джабиевы, Мардановы, Тигиевы. Если кого-то не упомянул, не обижайтесь, потому что вот я знал вот эти фамилии, которые отсюда. В комментариях уточните. А нахожусь я в селении Квернет. Друзья, есть города-герои, и в том числе Цхинвал является городом-героем по достоинству. Но есть еще села-герои. И в Южной Осетии таких сел много, которые познали все ужасы войны. И одним из таких сел является селение Квернет. Почему? Внизу располагались грузинские анклавы, вот за этим маленьким хребтом. Тамарашин, Ачабид, Курта, Чех. И с другой стороны, вот Хейт. С той стороны и другие села. Всех перечислять не буду. Вот. И в 90-х годах, но у нас тогда особо вооружения не было у ребят, но война 2004 года, летом 2004 года, позиции наших ребят находились на этих высотах. Велась позиционная война, и скажу с большим восхищением, потому что Грузия тогда потерпела большое поражение. Вот так. Но это была позиционная война, но они, конечно же, потом отыгрались в 2008 году, и у нас были довольно-таки огромные потери. И практически город был больше, чем наполовину разрушен. О фамилиях. Когда образовалось село, к сожалению, у нас за Википедией никто не следит, не дополняет за этой информацией. Есть такая задумка взяться и все это делать, но, к сожалению, я во многих делах занят и не совсем успеваю. Так что у вас, у кого-то из вас, есть такая идеальная возможность сделать такую югостинскую версию Википедии о наших селах, о их историях. А истории, конечно же, можете частично узнать и у меня. Или обойтись, или почитать нужную литературу. О фамилиях. Как я сказал в начале, Келихсаевы, Кочевы. У меня тут есть родственники Келихсаевы. Они корни берут из чесел-то. Когда образовалось селение, к сожалению, я не знаю. Но я вам перечислил фамилии, и по ним я могу судить, что они все выходцы из чесельского общества, из ущелья. Насчет Мардановых не могу убеждать вас, но и Касабиевых. Но что касается Джабиевых, Тигиевых, Келихсаевых и Кочевых, они точно из этих, из чесельского ущелья. Дело идет сегодня у нас к вечеру, половина седьмого вечера. Вот такое время у меня выдалось после работы выскочить и снять такой маленький репортажик для вас из селения Квернет. Сегодня у нас уже июнь, лето наступило, зелень в самом соку, уже пошли плоды, и скоро у нас будет здесь все вкусности. С той стороны у нас, вот за этим бугорком, располагается такое прекрасное ущелье и сокровищница Южной Осетии, смело это могу сказать, это Тирский монастырь. Буквально, даже если пешком идти, за 40 минут можно дойти, ну, километров, наверное, 4 будет. Вот. С той стороны у нас уже вот за этим холмом располагается селение Кусрит. В Кусрите у нас живут фамилия, я знаю лично, Тигиевых и Бетеевых. Ну и есть еще, конечно, другие фамилии тоже. А внизу уже Цхинвал и низменность, которая официально по географии называется Карталинская низменность. Почему именно Карталинская? Почему не Остинская? Вот так. Остинская низменность выглядит вот так. Наши предгорья
Вот он. Все ущелье от Схинвала до Дзау. Ну, Дзау, наверное, ошибочно, скажем так, до селения Итрапис. Ущелье Большой Ляхвы, очень плодородные земли, благодатные земли. Воды, в принципе, достаточно. В некоторых селах испытывают, конечно же, нужду в этой воде. Но современные коммуникации помогают все это проводить. Родники есть в каждом селе. Я, конечно же, не могу все знать, поэтому прошу вас прощения. Конечно же, не ругайте опять-таки меня. Куэрнет называется в общем вот эта вся местность. Но, как вы замечаете, вот здесь отдельно одни дома. Здесь внизу другие дома. Там третьи. И вот здесь четвертые. То есть здесь также разделено по фамилиям. То, что кочевы живут вот здесь, это я знаю по надгробным плитам. И тигиевы. Келехсаевы живут здесь. Это я знаю по своим родственникам. Вот. В каком месте жили Мардановы и Касабиевы и Джабиевы, это вы укажите по видео. Вот вам делаю общий большой обзор. Вот, пожалуйста. Это все Куэрнет. Ну что ж, наступила мирная жизнь. И сделаю такое минутное молчание. Просто насладитесь пением птиц. Вот так выглядит южная часть Осетии. Вот такая палитра звуков здесь, в природе. К сожалению, вся машкара проснулась. Это все минусы лета ужалили. Вот. Ну и закрыло туманом, конечно же, тучами наш Кавказский большой хребет. Вот там. Дальше, друзья, не могу прогнозировать, куда я поеду. Сюда я... Здесь я не первый раз нахожусь. Здесь я бываю часто. Жалко, что сегодня только первый раз снял. Мог бы это сделать, наверное, еще года два назад. Очень много сел. Пытаюсь по вашим просьбам объездить все селы. Но поймите, в этом плане у меня спонсирования нету, я это все по своей инициативе и на свои средства. И часто не бывает времени или даже средств, скажем так, залить бензина и поехать. А есть такие села, которые очень хочется снять, особенно в Лениногорском районе. Как-то они остались у нас подзабытыми, что ли. Многие села, они обезлюдили, к сожалению. Так что, фототминг фаво, вадищинен олшедар. Кстати, вот эти села, которые там еще располагаются, Доду, Дампалит, их же тоже надо еще отдельно снять. Это отдельные вылазки. Чем больше катаюсь и вроде бы узнаю о Южной Осетии, тем больше убеждаюсь, что как я мало раньше об этом знал всем. Потому что я думал, что я очень хорошо знаю Южную Осетию, но получилось так, что практически всего лишь половину. А сколько еще впереди? Так что, друзья, кстати, если вы хотите познать сами Южную Осетию, это касается и выходцев из Южной Осетии, и касается туристов, смотрящих мой канал, добро пожаловать к нам. Вот на этой прекрасной машине мы с вами прокатимся по всей Осетии. Экскурсии для вас, как исторические памятники, так и природные красоты. А скоро лето, и у нас есть природные озера, где можно искупаться. На улице жарко, а вода прохладная. Ну, естественно, я вас угощу осетинскими пирогами и отличнейшим осетинским вином. Да-да, вы не ослышались, не грузинским, а осетинским вином. Потому что осетинское красное вино
это просто сверх чего-то хорошего. За белое вино я не ручаюсь, но красное вино у нас просто божественное. Так что добро к нам пожаловать. Для вас и только для вас, Курам Карсанов, ваши большие лайки, окейчки и, конечно же, добрые комментарии для моего канала. Ценю, уважаю. Спасибо, что потратили 11 минут времени на просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете еще больше про мою любимую малую родину Южную Осетию. Всем пламенный привет. Чабахтаман фидарут. Это по-снински. Ног фембалдма. Ама ног видео там. Валахис амам фидар ут. Вашаймам бирам.